Паралимпийские игры по-настоящему впечатлили выступлениями атлетов. Безрукие лучники, пловцы с ограниченными возможностями и футболисты, забивающие мяч в ворота, которые они не могли видеть. И все это на фоне потрясающих видов Парижа. Для гостей это был настоящий праздник. Две трети французов смотрели хотя бы некоторые выступления паралимпийских игр. Здесь так много счастливых людей, волонтеры, зрители, люди из самых разных стран. Было впечатляюще видеть, как люди с ограниченными возможностями преодолевают себя, чтобы достичь невероятного. Игры также стали для зрителей поводом поставить себя на место людей с ограниченными возможностями, например, во время игры в сидячий волейбол. Я поняла, насколько это сложно и как сильно нужно тренироваться для успеха в нем. Мне понравилось. И я попробую снова, когда вернусь домой. В преддверии Паралимпийских игр Париж изменился. Чтобы помочь людям с ограниченными возможностями по нему передвигаться, было создано 17 безбарьерных кварталов. На тротуаре бугорки для слабовидящих. Сам пешеходный переход ровный, без булыжников. Мы расширили тротуары и сделали доступными два спортивных объекта. Например, построив этот лифт для малоподвижных людей. К 2026 году мы вложим 125 миллионов евро в такую модернизацию. Но философ Бернар Андрио считает, что этого мало. Нужно менять менталитет. Люди с ограниченными возможностями не видны в нашем обществе. Они не занимают должностей, их почти не видно на телевидении, и лишь немногие из них заняты в искусстве. Они не могут реализовать себя и мечтать о большем. Тем временем на пути к расширению безбарьерного пространства еще немало препятствий. Практически недоступным для людей в инвалидных колясках остается парижское метро. Его реновация, по разным оценкам, обойдется городу более чем в 50 миллиардов евро и может занять до 20 лет.